привет! Сегодня мы рассмотрим матч Кардиффа в Сити Ипсвич Таун. Кардиффа в Сити в ближайшем туре попробует улучшить свое турнирное положение победой над Ипсвичем. Удастся ли ваулийцам взять 3 очка в этой встрече? Читаем в нашем прогнозе. Кардиффа в Сити продолжает держаться в группе лидеров. В минувшем туре у ваулийцев был шанс забраться снова на вершину турнирной таблицы, однако команда Нилурнака так и не смогла пробить оборону Милокла, ничья 0-0, впрочем. То, что Кардиффа сейчас немного сбавил обороты, можно объяснить потерями в линии атаки. В лазарете у ваулийцев сейчас находятся ключевые фигуры атаки Арон Гуннарсон и Кеннет Захори. В целом же, за последние 4 матча Кардиффа забил всего 1 гол, и Ипсвич неплохо начал чемпионат, однако затем команда сдала свои позиции. За 9 последних туров подопечные Мика Маккарти потерпели 6 поражений, 3 из которых состоялись в 4 предыдущих матчах, нельзя не отметить проблемы в обороне. Ипсвич пропускал в каждом гостевом матче чемпионата, хотя и не забивал только в одном. В 4 последних матчах Кардиффа в Сити не было забито больше 1 гола. В 5 из 6 гостевых поединков Ипсвича пробивался тотал больше 2-5. Кардиффа не проигрывает Ипсвичу дома уже 5 матчей подряд, выиграв 3 последних подряд. Прогноз в целом по сезону Кардиффа смотрится более стабильным коллективом, который еще не проигрывал дома, хотя избавил в последних домашних матчах в плане результативности, на наш взгляд. Проблемы в обороне у Ипсвича позволят ваулийцам набрать 3 очка, хотя и много голов ждать в матче не стоит. Мой прогноз – победа Кардиффа в Сити и тотал голов меньше 4-5 за коэффициент 1.88. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!